HiScreen Boost 3 – музыкальный смартфон с рекордной автономностью. HiScreen – сила в музыке.
Очень занят. Это, знаешь, смотри, я тебе объясняю. Военный сидел за рулем. А второй студент. Это женщина, лестница, блядь. А ты куда, я не уезжаю? Да ты уже уехал. Куда? Куда? Надо было там стоять. Нет, на дорогу не будешь стоять. Не будешь стоять? Ты уже съебался с места ДТП. Давай, что будем делать? Договоримся-то. Ментов вызывать сейчас будем. Ментов? Зачем здесь? Мне надо уезжать что-нибудь сказать. Тебе надо уезжать. А что значит что-нибудь сказать? У меня тоже. Смотрите, что получится. Что получился? У меня, смотрите, ну, что? А кто виноват? Переди. Что? У меня переди. Это кто виноват? Вы тоже виноват. Если сзади будет, вы виноват будете. А, ну давай тогда сейчас будем разбираться, кто будет виноват. Полицию будем вызывать. Давайте решаем как-нибудь. Как ты решишь? Откуда ты знаешь, что там случилось? Как ты решишь? Это вы виноват, то я тоже виноват. Я виноват? Да? То, что я ехал прямо, а ты поворачивал на меня, в этом я виноват, да? Нихуя себе ты умный, бля. Давайте договоримся как-нибудь. Как ты договоришься? Давай 30 тысяч дашь мне сейчас? 30 тысяч? А вот сколько? Машина забрать мне за это. Нахуй мне твоя машина нужна, блядь? Ты мою машину испортил, блядь?